Это Терентий Барабаш. На нашем участке около дома Скворечника. И вот он сейчас, мы уезжаем, тут надо было поднять кабель выше головы. И он завозит это. Завозит Любе Минаевой. Она одинокая женщина. Бачка дрова я завез. Мы кололи. Она везде все помогает. Видите, как хорошо быть в общине. Вот он где идет. Все, она телят берет, выращивает. Ну, это Виктор Николаевич Савченко. Сейчас они с Романом тут... С генератором что-то там новое все купили, новое, и не заводится. А тут гости пришли. И Анна с Ангелиной. Это они Любе Минаевой сено возят, барабаш. Я говорю, как хорошо быть в общине-то. Батюшка там дров накололи, привезли. Ну еще собачка-то какая, сегодня к вам привезем ее. Хороший шарик, он никого не обидит. О, где-то брюки-то заморала девушка. Пала, видать. О, Надежда Васильевна появилась на горизонте. Красный платочек. Самое большое дерево завалились, пень. В диаметре больше 2 метров, наверное. Ужас. Вон они сейчас возить будут. О, шарик. Стропалился. Вот интересно, маленькая собачка, Люба остается, придет, готов разорвать. Но вот ее оставили, Любу, здесь хозяйничать. Он ластится к ней. Ребятишек сколько в лагере есть, всех знает. Чужой ребенок появился, сразу заблаял. Терентий возит пики. Вот как тут дело-то идет. Тут работа. Последний день, и не знаем, главное, за что схватиться. На Костровом пруду ребята сейчас там все установили, укрепили. Проверили там хатки, андатор 3 на зиму. А ничего не делать, что только дремать и спать. Не приведи бог. Такую жизнь пенсионерную. Надо такая, чтобы пассионарная была жизнь. О, какая техника-то у нас появилась, а? Какая техника. О, смотри, какие поленницы сложили. Это пирамидой 2. Все с выдумкой. Ну ладно. Терентий подхватил. Пойду на братью посмотрю. Все, шарик. Поедешь сегодня ты в другое место. А? Да красивый, да как синхронно у него рисунок идет. Ты беспородный. И на мордашке везде желтое, и над глазами пятнышки. Ну абсолютно синхронно. Это только высокопородистые собаки такие. Это значит, как вот. Вот сами накосили, связали, технику пригнали, привезли, кормители от сестра. А так нанимать, пойди, найми. Где это будет? А вот тут сложили пирамидами. Во! Вон там. А я Анна с Ангелиной, со своей дочкой. Пошли смотреть, что там батька делает. У нас сегодня 9 октября. 17-го года, понедельник, во вторник мы выезжаем. Все, посмотрели. Вот. Я такую картинку видал в журнале. Мать проходит с ребенком, ну сыну уже лет 5, а он под машиной лежит, она говорит, а здесь папа твой живет. Он не ремонтирует, а живет с машиной. Это я давно еще видал, лет 30 назад. Эй, Никита, жди меня. Смотри, сейчас ломается. Подожди,
Ну подожди, ну что ты делаешь? Ломать-то зачем тележку? Можно было поменьше. Сейчас утащим. Вдвоем. Вот нагрузил тележку. Так.